Всем привет! Сегодня приготовим очень простой и быстрый салат с курицей. Вкус у этого салата получается необычным из-за свежего болгарского перца, который приятно подчеркивает яркий вкус курицы, а также из-за легкой и нежной заправки. Крупно нарежем шампиньоны. Обжарим грибы на огне выше среднего. Посолим и поперчим. Свежий болгарский перец нарежем соломкой. Половинку лука порежем полукольцами. Филе курицы нарежем соломкой поперек волокон. Смешаем несладкий йогурт с горчицей. Выложим в салатник подготовленные ингредиенты. Посолим и поперчим. И заправим соусом. Наш сытный и вкусный салат готов. Приятного аппетита!